Полиция предупреждает, в ближайшие длинные выходные сотрудники ГИБДД будут проводить рейды. Нетрезвых водителей начнут ловить с сегодняшнего вечера. Дорожные инспекторы настоятельно рекомендуют не садиться за руль после праздничного застолья, ведь в случае поимки такого водителя он не только заплатит штраф 30 тысяч, но и обязательно лишится прав. Пешком придется ходить минимум полтора года. Тем, кого изловят за повторную пьяную езду, грозит уже тюрьма.